Всех приветствую! Делюсь моим зеленым чаем из первоцветов дикоросов. Дикая смородина черная, примула весенняя или лесная. Также ферментированный чай из иван-чая. Ферментирую, делаю чай сама, плюс добавляю всякие цветочки, листочки. Черная смородина снимает отеки, снижает риск развития сахарного диабета, нормализует работу печени. Листики укрепляют капилляры, противовоспалительное действие имеет, снижает уровень холестерина в крови. Имеет мочегонное и патагонное действие, выводят мочевую и щавелевую кислоты. Примула весенняя имеет отхаркивающее, болеутоляющее, мочегонное и витаминное свойство. Используют при болезнях верхних дыхательных путей, бронхиты, воспаление легких, коклюш, простуда, ревматизм, артрит, головная боль, болезни почек и мочевого пузыря. Иван-чай противоопухолевое, противовоспалительное.